В эфире программа «Город спорта. Город победы» и я ее ведущая Кристина Лата. Февраль выдался богатым на спортивные события. В Новосибирске прошел турнир по дзюдо, массовая лыжная гонка и открылась необычная спортивная секция. Обо всем об этом в ближайшие 15 минут. Программа выходит при поддержке Управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. Начнем с, пожалуй, главного спортивного события месяца. В Новосибирске впервые в истории прошло первенство России по дзюдо среди спортсменов до 18 лет. Дзюдоисты боролись не только за медали и кубки, но и за попадание в национальную команду. Раскрою небольшой секрет. Двое новосибирцев в итоге попали в ее состав. Кто именно, узнаете из нашего следующего сюжета. Этот турнир 13-й по счету, однако для Новосибирска принимает соревнования по дзюдо такого масштаба в новинку. Более 700 спортсменов, 4 татами и 17 комплектов наград. Я считаю, что это даст новый толчок в развитии данного вида спорта. Сегодня дзюдо занимается в нашей области больше 3000 человек. Для спортсменов, которые примут участие, это праздник. А для остальных спортсменов, которые придут посмотреть этот турнир, это школа. Первыми борьбу за медали начали спортсмены в легких весовых категориях. У юношей это 46 и 50 килограммов, у девушек 40 и 44 килограмма. Внимание новосибирских болельщиков приковано к Анастасии Кутериной из села Верхтула. Девушка считается одной из сильнейших спортсменок России в своей весовой категории. Анастасия уверенно дошла до финала, но на первых же секундах решающей борьбы девушка допускает ошибку. Этот пропущенный бросок в итоге стоил Анастасии золота. Она уступила своей принципиальной сопернице. Ей же девушка проиграла на спартакиаде школьников. То есть девочка, которая Каченко, она атаковала. Такой очень сложный прием, бросок через спину с колен. То есть Настя плохо от него защищалась. Она от него и упала на вазаре. Вот. И то есть она очень много повторяла. И Настя была пассивность вела как бы в этом поединке. На нее это очень не похоже. Обычно она все время атакует. А здесь она почему-то отдала инициативу в руки соперницы и сами видели, чем закончилось. Схватки между девушками не уступают зрелищности поединкам юношей, а в эмоциональности даже превосходят. После победы спортсменкам бывает трудно сдержать слезы радости. В прошлом году я боролась с 40 килограмм, поэтому перешла в 44. Ну, может быть, как-то и соперники поменялись, ну и все, может быть, и даже труднее, мне кажется. И за третье место даже была очень рада побороться. Очень хотела, конечно, даже третьей стать. Единственное золото региону принес Назар Меньшиков, выступающий в весовой категории до 81 килограмма. Его победа стала ярким подарком публики в заключительный день турнира. По итогам соревнования юношеская сборная страны обновилась на 80%. В нее вошли по 6 атлетов из каждой весовой категории, в 9 у юношей и 8 у девушек. К тому же за схватками спортсменов наблюдал главный тренер национальной команды Энсо Гамба с прицелом на будущее. На велосипед с полутора лет. Возможно ли это? Руководители секции беговелов, велосипедов без педали, передвигаться на которых нужно при помощи ног, на этот вопрос отвечают утвердительно. На одной из тренировок побывал и наш корреспондент. Препятствия – это змейка, подъем и спуск, балансировка – интересные, но не самые простые. Особенно для детей двухлетнего возраста. Тренировки координации и равновесия – вот на чем сделали акцент организаторы необычной для бердской секции. Залог успеха любого человека в спортивной деятельности, он закладывается, это база. ОФП, вот общая физическая подготовка, разносторонняя, она, естественно, закладывается в базу человека, и потом он может переходить в любой вид спорта и быть успешным в нем. Еще 4 месяца назад Федерация велоспорта заявила, что откроет новую секцию под названием «Беговелы». Там смогут заниматься дети с полутора лет, и им не надо крутить педали. Весь акцент на ногах и балансе. Многие посмеялись и скептически отнеслись к этой идее. Но сегодня на занятия приходит уже около 10 ребятишек. Развивается многое. Во-первых, здесь происходит общение. Они здесь с детьми играют, учатся чему-то новому. Именно в общении, в коммуникации, в работе, в команде. То есть
ездят вместе, занимаются. Для нас беговел это было что-то вообще непонятное, а сейчас ребенок уже занимается и достаточно хорошо бегает. Помогает тренерам Антон Карасев. Для беговелов он уже большой, но вот курс общефизической подготовки тоже выдерживает строго. Впереди сборы на юге России перед первенством страны. Там уже как вкатывание будет проходить. То есть мы будем готовиться к соревнованиям, уже гонкам на велосипеде. Сейчас мы так смешиваем велосипед, бег, играем в футбол, прыжковые тренировки. В планах у тренеров провести соревнования, также с препятствиями и на скорость. Наследие игр. В России отметили День зимних видов спорта, который проводится в годовщину старта Олимпиады в Сочи. По всей стране прошли спортивные соревнования и мастер-классы. Не остался в стороне и Новосибирск. Попробовать себя в роли кёрлера, именно так называют игроков кёрлинг, может любой желающий. Инструкторы объясняют основные правила игры. На словах кажется просто. На деле падение синяков мало кому удается избежать. Вес камня почти 20 килограммов, и его нужно направить точно в дом, в специальную зону на ледовой площадке. Начинаем игру, как объяснили мне специалисты. Главное – это правильный толчок, ведь именно от него зависит, с какой скоростью и куда покатится камень. Анна впервые узнала о кёрлинге 2 года назад. Случайно увидела трансляцию из Олимпийского Сочи. Признается, поначалу не восприняла этот вид спорта всерьез. Ведь кёрлеры всего лишь трещоткой лед. Абсолютно две разные вещи. Казалось по телевизору, что это все слишком просто. Нет, это очень тяжело и нужны тренировки, чтобы овладеть этим видом спорта. Когда на сочинском льду медали завоевывали российские фигуристы, этим девочкам было всего 4 года. Спустя время за награды поборются уже они, пускай пока и на региональном уровне. Когда я была маленькая, я посмотрела Олимпиаду, где в фигурном катании, и мне понравилось, и я захотела заниматься им. Случай Алисы не уникален. Сотни детей идут в спортивные секты, заразившись олимпийским азартом. Всплеск интереса к зимним видам спорта отмечают и специалисты. Что может быть лучше, значит, и ярче рекламы, чем выступления наших отечественных чемпионов на родной Олимпиаде Сочи. Мы все вместе за них болели, все за них переживали, потом аплодировали. И поэтому, конечно же, толчок развития именно зимних направлений, они имеют место быть. В очереди спортивные секции на хоккей, на фигурное катание они сегодня стоят. Мы, конечно, будем делать в ближайшее время все возможное, чтобы как можно больше наших мальчишек и девчонок приходило в спортивные секции, связанные с зимними направлениями. Кроме Новосибирска, День зимних видов спорта отметили в Бердске соревнованиями по хоккею и шорт-треку, а в районах области лыжными гонками и семейными эстафетами. Второй год проводятся вот эти массовые мероприятия по всей стране. Новосибирск и Новосибирская область, Олимпийский совет Новосибирской области не остается в стороне от этого прекрасного праздника. Во всех районах нашей области, в городе Новосибирске, проводятся массовые мероприятия по зимним видам спорта. Кстати, в этом году праздник прошел под девизом «От Сочи к Рио». Ведь уже скоро нашим спортсменам предстоит бороться за медали в летних дисциплинах на играх в Бразилии. В феврале наша спортивная редакция начала активно осваивать новые виды спорта. Я, как вы уже успели заметить, попробовала свои силы в кёрлинге. И скажу честно, это совсем непросто. А Константин Бухтатов на себе опробовал утверждение «Сибиряк значит лыжник». Тем более повод был. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» собрала в Новосибирске более 7 тысяч любителей активного отдыха. 5000 участников, именно столько приехали на главный старт «Лыжни России» в Новосибирской области, но стартовали в гуще событий очень тяжело, потому что есть риск упасть. Я руководствуюсь правилом, что главное все-таки не победа, а участие. Стартую уже после финиша всех забегов на пустой трассе. Конечно, это шутка. Ехать в свое удовольствие приятно, но и соревновательный момент в «Лыжне России» обязан присутствовать. Участники приехали каждый за своим. Одни – проверить себя, другие – посоревноваться с мастеровитыми лыжниками, а третьи – отдохнуть и получить удовольствие. Такие праздники, как «Лыжня России», и воистину такие всенародные, всероссийские праздники, они объединяют и в первую очередь способствуют популяризации здорового образа жизни в целом. Смотрите, прекрасная погода. Более 5000 участников сюда пришли сегодня. И на самом деле старые, вот сегодня, по-моему, Анна Ивановна здесь, Севастьянова, я где-то видел, и 85 лет недавно исполнилось. Вот. Ребятишки с маленьких, кто на лыжах еще не может кататься, здесь просто бегают, либо просто на колясках родители с ними гуляют.
Девиз «Сибиряк значит лыжник» в очередной раз звучит на протяжении всего спортивного праздника. Именно праздника. Хоть мы и говорим про спорт, но сегодня победа далеко не самое важное. Ребенка первый раз поставили на лыжи. Давно поставили уже или вот сейчас? Так ребенку год только. Ну, почему решили участвовать? Ну, это самый лучший способ. И самая прекрасная возможность поставить ребенка. Для здоровья, для души. Первый раз пришли посмотреть, оздоровиться и себя показать. Диапазон в возрасте от самых юных годовалых ребятишек до уже опытных лыжников. Вячеславу Сергеевичу 81 год, и эта лыжня России для него далеко не первая. Правда, один старт из этого списка выделяется особо. Последняя вот моя эмоция. В прошлом году пошел на десятку, а впереди вот здесь вот выстроены, как раньше КГБ были, молодые, справные, в костюмах, по 5 человек стояли. Ну, думаю, сейчас дадут они. И пошли. А в прошлом году вот снег был, вот такой он, это самое... рыхлый. И вот когда мы к оврагу подходим, у них их не узенькие лыжи впиваются, и они дыр-дыр-дыр, наверх они запинаются, а мои деревянные, я на них где-где-где-где-где-где выхожу и иду. И вот на старт уже пришли, когда мы пришли, они подходят. Деда, как ты это? Выходим, ты впереди, мы тебя обходим, все прошли, дальше, дальше. Потом на следующем овраге выходим, ты опять впереди. Ты откуда появлялся-то? А вот на овраге у меня выручали мои деревянные. Вот такие эмоции. Я был рад, что с ними пришел, прямо за ними. Елки и толпа остальная уже позже. Лыжный спорт – один из самых развивающихся в городе. Во многом это связано с популярностью подобных стартов и ростом инфраструктуры. Лыжи и зимние виды спорта, такие хоккей, фигурное катание, они всегда были популярны и значимы для Новосибирска. Поэтому, я думаю, со следующего года мы еще и увеличим набор именно секций лыжных гонок, потому что немножко мы покрепчаем материально-техническую базу спорта. У нас в Стрижах в ноябре-декабре месяце откроется очень достойная современная лыжная база. Постоянные дистанции в 5 и 10 километров, как обычно, были разбавлены годовым забегом на 2016 метров. Уже полюбившийся для хозяев питомцев традицией стал забег на собачьих упряжках. В Новосибирске стартовала городская зимняя спартакиада, уже 24-я по счету. Какие изменения коснулись одной из старейших спортивных состязаний города, узнаете прямо сейчас. В программе состязания по хоккею с шайбой, мини-футболу и лыжным гонкам, в рамках которых пройдут лыжные эстафеты семей и гонки ветеранов. В этом году из программы спартакиады исключили соревнования по шорт-треку. Типа не развивается он, но если мы не будем развивать его, так он и не будет развиваться. Надо наоборот стремиться о том, что это же массовые соревнования, могут участвовать хоть кто здесь участвует, может любые участники, любые учащиеся, там взрослые, кто угодно может участвовать, кто умеет бегать на коньках просто-напросто. Ну вот его убрали из этого вида. Очень обидно, конечно. Соревнования пройдут на стадионе «Сибирь», лыжной базе «Красное знамя», а также ледовых площадках «Звездная» и «Ледовая арена». Уже стартовали турниры по мини-футболу на снегу и хоккею. По словам организаторов, количество участников, а это порядка 700 человек, меньше, чем в предыдущие годы. Это связано с сокращением спортивных дисциплин. Но на зрелищности соревнований это не скажется, ведь каждый из районов хочет быть первым. Судя по азарту, судя по тому отношению глав администрации районов к нашему мероприятию, это очень почетно. И, наверное, та история, а именно 24 года, говорит о том, что традиции сохраняются, традиции приумножаются. И история говорит о том, что она должна быть, эта спартакиада. Потому что в спартакиаде участвуют абсолютно различные категории наших горожан. Вот, и те эстафеты в лыжных гонках, в которых участвуют и представители администрации города Новосибирска, они тоже говорят, что Сибирь, а именно Новосибирск, это все-таки, наверное, в первую очередь город зимних видов спорта. В прошлом году победу в спартакиаде праздновал Октябрьский район. Кто станет триумфатором на этот раз, я расскажу вам в нашем следующем выпуске. На этом у меня все. Для вас была программа «Город спорта. Город победы». И я, Кристина Лата. Встречаемся, как обычно, в воскресенье на телеканале ОТС. Мы расскажем вам все о спортивной жизни Новосибирска. До встречи!